канал улицы Москвы. Продолжаем прогулочки по Люберецкому Зенина. И сейчас в этом выпуске мы выходим на улицу Дружбы, что проходит с южной стороны микрорайона Люберцы 2016. Вот он, этот микрорайончик, собственно. Практически то же самое, что и Люберцы 2020, может, с какими-то отличиями. Вот те более новые микрорайоны, в которых мы были. Ну а сейчас прогуляемся по более старым. Здесь также недалеко проходит административная граница Москвы, а именно района Некрасовка Юго-Восточного административного округа. Вот те зеленые дома, это Некрасовка, улица Лавриненко. Ну, собственно, да, здесь все домишки друг на друга похожи в этом едином монолитном жилом комплексе. Но окружение, конечно, оставляет желать лучшего. Ну и тут не без белых пятен. Тоже есть Зенинский лесопарк недалеко. Хорошо придумали, пишут крупно цифрами номер подъезда. Не заблудился. Ни скорая помощь, ни курьер, ни кто-либо еще. А там, да, прямо смотрим на Некрасовку. Здесь вот Люберцы, южная часть микрорайона Зенина, Люберцы 2020-18, туда вот Марусина деревня, более малоэтажные дома. Ну, видно, что здесь уже вот несколько более обжитая территория. Уже чуть-чуть даже заметны деревья. Хотя, конечно, они здесь маленькие. Наверное, на более высокие средств не хватило. Разливной терминал, да. Как только не называют магазины эти. Разливной терминал. Разливное центральное кольцо РЦК. Шутка. Или разливные литровые диаметры. Возможно, это сами жители уже со своими силами сделали. Хотя, кто его знает. Так, понимаю, почетный на улице Дружбы, почетным стороне домов нету. Здесь вот проходит высоковольтная линия. Ну, в общем, райончик, да, такой себе, но
ничего выдающегося. Но я уже гуляю по Некрасовке прошлую осенью привык, и тут особо лучшего-то не ожидал. Так, ну посмотрим еще какие-нибудь улицы здесь есть. Хотя сами дома выглядят вполне симпатично. Ну, по крайней мере, даже лучше, чем вот P44T какие-нибудь массовые. Им подобные.